И всем привет, вы на канале Ведро Еды Гейминг. Меня зовут Александр, и сегодня мы продолжаем играть в War Thunder Mobile. Плавать будем на немецком Z32. Вот так этот красавчик выглядит. Если сравнивать с Портером, то мы довольно-таки небольшой корабль. Что по характеристикам? Давайте смотреть. Экипаж у нас 391 человек, на самом деле даже больше, чем в Портере. А вот вооружение, смотрите, пушки послабже, торпеды посильней. Также есть, естественно, мины и еще ПВОшки 20 мм, как-то так, да. Естественно, корабль у меня полностью прокачанный, и как он себя чувствует в рандоме, мы сейчас посмотрим. Поехали. Итак, первая карточка нашлась. Давайте посмотрим. Вижу ботов. Есть также какой-то сталкер тайник. Окей, на Кирове катается. Будем его в первую очередь отстреливать. Но плывем вперед. Вот вместе с этим ботиком будем тогда и сражаться с нашими противниками. Патроны летят, не видно только откуда. Есть первый бот. А может быть даже и нет. Давайте попробуем его выцелить. Так, стоит. Стоп, 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 стоп. Мы хорошо стоим на самом деле. Надо немножечко назад сдать. Будем под пушки, естественно, стрелять. А он стрит сразу назад. Поплыл. Это живой противник. Хорошо. Не бот. По мне стрелять начинает, походу. О, как мы вынесли ему. По грибам мы ему вынесли. Вот только поработка меня опять отвлекает. Ладно, давайте пока в этого постреляем. Это Бризендон, мой любимый корабль. Вот, уже по мне кто-то лупит. С той стороны. Минус первый наш союзник. Но я думаю, ничего страшного. Пушки очень хорошие. Так, мы зря отсюда выплываем. О, как хорошо в него залетает. Давайте еще торпедку пустим. Но это ботяра. Виталика мы все уже знаем. Как-то по мне лениво работают. Вот один парень испарился. Вот с этим мы разговаривали в самом начале, нет? Ну давайте продолжим говорить. Ник живой. Так, есть первое попадание. А торпедку можно кинуть в тебя, мужик? Нет, пока нельзя. Сломали меня торпеды. Так, хорошо. Так, стоп, а что случилось там? Так, может, я об скалы бьюсь, а не это? Они по мне стреляют. Нет, вот, смотрите, пушки пошли работать. Ну, ничего страшного. Так, немного подвернем. Как всегда, не вижу, когда корабль начинает поворачивать. Неудобно немного сделано управление. Жду не дождусь, когда эти кнопки поворотов сделают побольше. Пока вроде бы отстреливаемся. Но мы, естественно, нифига не нанесли. А, нет, двадцатка есть на третьем месте. Хорошо. Так, чиниться пока вообще не хочу. У нас есть один, смотрите, живой противник вот здесь остался. Это, скорее всего, сталкер. И два здесь с нашими месяца. Надо им помогать, конечно же, плыть вперед. Сейчас через дымы будем уже работать. Или с той стороны лучше выплыть? Давайте с той. Ой, торпедки пошли страшно, пипец. Но главное, подводных лодок нет, уже хорошо. Один вот он, смотрите. Может, даже увидим его. Ну, вот здесь он, по идее, стоит. Окей. Так, два живых наших парня осталось. Так, что по скорости у нас? 7-7 узлов. Еще один наш парень отвалился. Сейчас мы со спины зайдем. Наверное, будет хорошо. Вот он, здравствуйте. Еще и на месте стоит. Хорошо. Бризендон. А нет, Эскимо. Чем мне Бризендон мерещится? Здесь главное не останавливаться. Торпеды есть. Еще давайте торпеды есть. Но я думаю, этот уже склеился парень. Сталкер всех убивает. Надо немного на разворот пойти. Давай, 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 торпеды, залетай. А вот торпедки мимо пошли, к сожалению. То, что он стоял, наверное. Сейчас на развороте. Разворачиваемся же. Еще давай. Надо уже этот пускать. Дым. И чиниться, окей. Ну, придется их кайтить. Так, эсминцы еще здесь. Но мы сейчас развернемся, хорошо. Ну и придется маршрут составлять. К сожалению, того мы не убили. Вот хороший, интересный бой. Прослакал весь, все сражение. И теперь это, попадать буду. Так, за камни уходим. Меня уже увидели, хорошо. Здравствуйте, парни. Я сейчас на это, направо поверну. Точнее, для себя налево, но по карте направо. Давай, под пухи стреляй, мужик. Еще и самолет летает. Но у меня пушки прокачаны, ПВОшки. Че ты попасть-то по нему не можешь? Все, развернулись, хорошо. Сейчас будем за камни уходить. Если что, починимся. Так, давай, ты на курс станешь на нормальный. Я по тебе торпедами кину. Так, движок это повредили, ничего страшного. О, отлично. Течь есть. Опять курс меняет, торпедки не попадут. Рули сломали, надо чиниться уже, по идее. Но мы сейчас заползем за камни. Нифига себе, мне это бьют много. И тут тоже вышел. У них дофига народу вообще. Еще вот он, смотрите, прям в упор. Это что такое?
Ты чё там сел, мужик? Торпеды сейчас будет кидать по мне, нет? Давайте попробуем его снять. Не, это нереально. Этот куда-то скрылся. Давай, попадай. Нет, пока не будем отвлекаться, давайте вот поэтому постреляем. Мешает, он мешает на самом деле. Торпеды плывут. Надо курс поменять. Ну, давайте развернемся здесь. Хорошее место, много островов. Главное за карту не уйти. Только я это урон не наношу почему-то. У них как были проценты, так и остались. Ой-ой-ой, сейчас в торпеду пойду. Так, сталкер утонул. Бывает, бывает. Опять разворачиваемся, все хорошо. Смотрите, он дымы пустил. Ну, нормально. Так, что у нас? 11% повреждений, пока я чиниться не вижу смысла. А сталкер, смотрите, в гору ушел куда-то. Сейчас это его кикнет из-за того, что он с карты это, уперся. Давай, вперед. Ну, давай, я уже навел торпеды, уже даже зажал. Работай по торпедам. Может, сюда куда-то пострелять? Вот, хорошо, пошли попадания. Пушки медленные, но урон вроде бы есть. Надо разворачиваться. Потому что мы сейчас на того выйдем. С двумя сражаться я не хочу. Ну, такой медитативный, классный бой вообще. То есть ты никуда не спешишь. Нету вот этого очень сильного экшена, как в кораблях. Особенно на третьем тире в Modern Warships. Тоже нравится, да. Но и нету этого засыпательного момента, как в этом самом. Здесь, я думаю, надо даже бомбы ставить, то, что нас сейчас будут обходить с этой стороны. Как в картошке. Ты очень прям сильно спишь в картошке. Потому что все максимально медленно. У меня еще 7 ремонтов есть, я не знаю, зачем их коплю. 13 пацанов раненых. Так, эсминец по носу. Можно разрядиться торпедами в него. Ну, давай попробуем, мужик. У меня процентов больше, перестрелять должны. А вот руль сломали, уже плохо, конечно, да. Здесь я хочу бомбы поставить. Дымы зря нажал. Давай вот так вот сделаем. Вот, смотрите, профессиональный геймплей. То есть он мне повредил рули и сразу кинул торпеды. И сейчас я, конечно же, это... выхвачу. Так, торпедка тоже моя зашла хорошо. Минус парень. Давай, давай, ну-ну-ну-ну. Разворачивается, слушайте. Я еще сейчас выйти в скалы. О, как хороший взрыв. Так, стоп, сзади, 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 парень. Эскимос. Ну, давай, стреляй по нему. Ну, конечно, ловить мне тут уже нечего. Так, сталкер еще один утонул. Ну, бывает, бывает, да. Так, я вырулил или еще пока нет? Давайте починимся, может, получится у меня все. Ну, у него 13% уже, конечно. Надо было по низу идти. Еще торпедку хочу, давай. Все, торпеды закончились. Со сталкером будем по-другому разговаривать, если выживем. 10% есть, может, дымы кинуть? О, убили, нифига себе, жесть. Так, все хорошо, надо чиниться. Сталкерочек один остался, он хорошо играет, нет? Ну, он так себе, 47 тысяч надамажил, как я обычно дамажу. Ну, нифига себе, бой потный, да? Торпед нет, к сожалению. Все потратили. Сейчас зализываем раны. И придется, наверное, на мины надеяться или еще как-то. Плывем, плывем, короче. Хороший бой на хорошем корабле. С крутыми противниками. Ага, вон опять у нас сталкер летает. Когда же у тебя эти самолеты закончатся? Он опять, смотрите, в воду пошел. Тренирует посадку или что? Да это смешно выглядит, да. Когда мы сможем захватить цель? Сталкерок, давай. У меня на каком-то корабле пополнялись торпеды. Каким-то образом. Как это сделать, я не знаю. Блин, может приблизить? Ну, давай так попробуем. Да фиг по нему попадешь. Что он делает? Ну, он угорает надо мной, наверное. Сталкерок, подожди. Взлетает, взлетает, взлетает. Слушайте. Ну, такого точно в картошке нет. Ой, бомбы пошли. А, нифига себе, он что, бомбы ставит, что ли? Вот это да, вот это мутит вообще дела. Таранул и пожар пошел. А я починиться-то не могу или могу? Непонятно, кто-то бомбы еще понапихал.
Меня, смотрите, пацан подгорает, сразу лечится. Дайте мне починиться, пожалуйста. Все хорошо. 18 пацанов осталось. Уже скоро не камильфо будет сражаться. Как быть-то, я не знаю. 3 минутки осталось. Возможно, мы по счету выиграем. Может, правда, это, ну, как бы, вот так вот и оставить. Не рисковать, 3 минутки покантоваться, но он сейчас опять на самолете пролетит. Да и, в принципе, мы не на победу играем. Вот, смотрите, у меня торпеды опять восстановились. 24 торпеды. Я думаю, сейчас я его заторпедирую сбоку просто, то, что он стоит на месте. Фига, кто-то вот шлейф поставил бомб. А опять оно летит. Что такое случилось? Что за взрывы? Я не плавал по бомбам. Чего вы мне врете? Или из-за того, что у меня пожар какой-то, может быть, что-то случается. Не знаю. Но вот он с того бока стоит, слушайте. То есть, теоретически, надо вот вдоль вот этой вот линии вот так вот плыть, как я смотрю. Ёпрасоты. А я туда уже не выплыву из этих бомб. Ну ладно, тогда пойдем через этот айсберг налево и мимо этих островков. Короче, план капкан есть. 100% я сдохну. Мне бы доплыть еще 44 километра в час плывем. Просто пипец. Опять этот сталкерок летит. Ну-ка, давай попробуем. Не могу навестись выше. Ну, давай повыше. Повыше, повыше, повыше. Какие-то взрывы страшные вообще. Попали вроде бы, слушайте. Прицел был, как будто попали. Ну и нормально. Всяко мне в копилочку пойдет всякий разный опыт. И сейчас самое страшное. Вот вон туда я поплыву. Он нас уже встречает. С распростертыми объятиями. Уже походу торпеды плывут в нашу сторону. Да я понял, что у меня повреждения какие-то. Я половину не слышу, что мне говорят. Так, где-то? О, торпеды пошли. Надо немного поворачивать. Вот лево руля, только сейчас он начал поворачивать. Сволота. Но он четко торпеды, слушайте, пускает. Прям киберкотлета какая-то. Че вот ему сделать можно? Да нифига. Не, надо туда поворачивать. Сейчас дым пройдет, он меня просто это уничтожит, изнасилует и закопает, ага. Право на борт. Руль право на борту. Торпеды вообще не туда ушли. Вот я не сюда целился абсолютно. Да ты посмотри сначала, потом пускай. 100% парень. Ну я ничего ему не сделал, я старался. Надо было как-то его, может, на таранчик взять. Ну, все, поражение. Почему? Почему поражение? Я вроде бы живой, время вроде бы осталось, но почему-то поражение. Возможно, ему тоже поражение засчитали. Как-то так. И давайте, ребятки, финальный бой прокатимся. У нас уже появились противники подводных лодок. Я не вижу, это меня очень сильно радует. В принципе, прошлый бой тоже был шикарным. Мне все тоже понравилось. Корабль тоже отличный. Пушки сильные. ДПС маленький за счет того, что долгая перезарядка. Но так, в принципе, играть можно. Особенно, если издалека. Торпеды тоже шикарные. Тоже залетает. Все замечательно. Так, кто у нас там подгрузился? Подводных лодок нет, но я вижу еще одну Z-32. Короче, баланс. И кто-то еще с премом гоняет. Хорошо. Пойдем, наверное, через эти островки. Так, а вот я уже вижу, да? А, это самолет летает. Ну, самолет, кстати, опасные штуки. Врезался, поджег, пацанов покоцал. И сидит довольный там, с краю карты. Жду не дождусь, когда у меня самолетики появятся. Скоро уже дойдем до этих кораблей. Давай попробуем стрельнуть. Нифига не получится. Так, тяжелый крейсер. Дофигища. 9 километров, не попадем. Нифига они как страшно выглядят, да? Интересно, как их балансит? Я, наверное, если возьму себе тяжелый... Попали в кого-то? Серьезно? Подожгли? Ничего себе. Ой-ой-ой-ой, я это, не слежу за глубиной. Когда я возьму себе тяжелый крейсер, меня, наверное, будут на всяких этих кидать. Жестких парней современных. Так, самолет есть. Куда ты летишь? Расскажи мне, парень.
бы в тебя попасть-то так. Ну, давай попадем. Ну, он вихляет, не попадешь. Так, там парни уже появились. Так, Брюс, это бот. Это как Виталий тот. Так, по мне уже лупят. Надо в этого стрелять, конечно же. Так, он медленный должен быть, да? Давайте торпедкой кинем. И под пушечки, пожалуйста, чтобы было красиво. Долгая перезарядка, но зато можно выцелиться. Давай еще одну. На, назад поплыл, слушайте. Прочитал наши действия. Ну, хотя бы так, что-то мы ему повредили, есть еще ботяра. Ботяра на флетчере гоняет. Молоток. 24 FPS. Брюс, здорово. Это ты, из-за тебя лагает, да, наверное, Брюс? Сейчас мы это все исправим. Зажали со всех сторон, хорошо. Так, кто по мне лупит? Попадание есть, хорошо. Да не в того ты лупишь. Под пушечки, пожалуйста, в погреба. А что он на месте стоит? Он плывет или стоит? Я не понимаю. Вернитесь на поле боя. Сейчас вернемся, подождите. Где мои торпеды, блин? Я пустил 3 года назад их. Кто-то же по мне лупит еще. Я вроде бы нажимаю на... О, торпеды залетели, нет? Нажимаю на поворот, но я не чувствую поворотов. Да вроде поворачиваем, хорошо. Минуту дали нам на возвращение с поля боя. Сейчас мы развернемся. Блин, а все дохнут наши тоже. Ой, пожарчик, хорошо. Но этого парня, допустим, мы убили. Вот последние торпедки сейчас залетают как раз по нему. Слушайте, он стоит на месте, походу, да? Не, они мимо проходят, печаль. Ну, мы успеем, нет, он чинится еще. Блин, у меня у самого-то уже 45% осталось. Да, возвращаюсь я на поле боя, возвращаюсь. Кто их всех раскидал, этот парень? 56 тысяч. Бой очень странный. Ну, сейчас мы починимся. Все хорошо, через 3 секунды. Надо вот сюда вот плыть. Так, где ты? Кто ты? Вот он. Да когда ж ты вылезешь-то? Еще и самолеты летят. Главное курс не менять, все будет хорошо. Давай вперед. Что у него осталось? Критового. Брюсяра, ну-ка подожди. А, это мы самолет убили или его? Походу его, да? Нет, самолет. Ладно, пусть будет так. Кто-то там еще этот стритплеерок. Ну тут сливом запахло, да? Надо, наверное, дымы пустить вот так вот. Успеем в него торпеды кинуть? Не, уже не успели. Так, куда мы... О, 23% тоже неплохо. Пушки очень мощные. Ну, пока вроде даже живем. Сейчас этого... Тип 1936 какой-то вообще. Не знаю, такой корабль. Сейчас мы его вынесем. Торпеда еще плывет. Чинись, давай, я рулить не могу. 58%. Там сейчас еще этот будет... Я один остался вообще, как всегда. Но мы заберем максимум народу. Он на таран идет. Я поворачивать не могу. Когда я починюсь-то? Сейчас будет таран, блин. Давай. Да, хорошо, вообще эпично. Сейчас на дно пойдешь еще самолет горящий. Как это все эпично выглядит. Давай, поворачивай. Так, самолет умер. Не отвлекаемся, надо дымы назад пустить. Починиться, давай. Да, в упор вообще жестко, блин, конечно, это все. Так, дымы, 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 парни. Вот так вот, давайте мы... Там еще сзади бот меня бьет. А торпеду, если кину, нормально будет? Вот так вот в упор. О, он по мне тоже торпеду кидает. Ёпарасоте. Да когда ж ты сдохнешь-то? Быстро, говорю, убью. 2% добить не могу. Да, отлично вообще. Так, дымы меня спасают. Ботяра, здорово. Если я бомб понаставлю, нормально будет, нет? Тебе понравится такое дело? Бац, хорошо. Давай на бомбу на мой, ботяра, ты умеешь, давай.
Прям четко. Давай, 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 давай. Я даже не смотрю на противников. Залетели бомбы, нет? Или это мало? Да чё ж ты не поворачиваешь-то? У меня чего не хватает-то? Я нажимаю же на поворот. Так, давай вот так вот сделаем. Еще дымок ему. Я не понимаю, почему меня корабль не поворачивает. Вроде все целые. Ботяра какой-то, терминатор, 30%. Давай еще бомб тогда. Шо вот так вот сделаем. Не поворачивает и все, корабль. Я нажимаю на повороты. Вот, все, пошли повороты. Так хорошо, живой противник за островом. Смотрите на карту, видите, он по мне не видит. Меня. Бои какие-то вообще терминаторские, ёпрасоте. Е-е-е, на бомбу нарвался, представляете, хорошо вообще. Давайте еще. Погоня прям неописуемая. Динамика зашкаливает. Черепахи сражаются. Давай торпеды ему в упор. Так-то торпедки не восстановятся, наверное, да, если я все не потрачу, как в прошлый раз. Сбоку еще самолет. Вот это эпик вообще. Так, торпеды мимо прошли. Ну, на, я тебе еще бомб. 37%. Федот этот самый. Давай еще. Так, зря я, наверное, починку включил. Так, это самолет, все хорошо. Да кто ж по мне лупит-то так, что у меня там течь начинается? Ну давай, поверни ты немного. Он не по... Я уже, блин, продавил, наверное, насквозь экран. Повернися. Мы сейчас уже это будем выходить в живого противника. Торпедоса пошла. Ой, сейчас прям мне в жопу, слушайте. Ай, как больно-то, ёпрасоте. Вот здесь надо починку включить, конечно, да? Бомбы, 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 давай. Еще одна. Федот, ты точно живой? Ты, точнее, бот. Ты лупишь как не в себя. Ну все, короче, кана, хана мне. Торпеда последняя, замечательно. Остался опять один живой противник. У меня течь, у меня что-то там горит. Ремкомплектов больше нет, самолеты летают. Я поднять не могу, давай, давай, давай. Ну-ну-ну. Куда он мимо пролетел? Бомбы, что ли, кидает или что? Пацаны начинают болеть. Торпед нет. Что делать? 5 минут. Да, да ты запарил, блин, в меня убиваться. 54%. Еще и телефон звонит. Ну, это просто прекрасно. Я хочу добить. Я хочу либо сдохнуть, либо добить его. Давай. Дымы может пустить. Ну, я тут... Время уже против меня играет. Да подождите вы, и торпеды плывут. Ну я, короче, сдох, но я сражался как мог, из последних сил. Давай. Торпеды, конечно, в меня сейчас зайдут. Он в упор их пустил. Да. Отличный бой! Итак, ребятки, сегодня у нас прошли два крутых, замечательных, долгоиграющих боя на этом классном корабле Z-32. Я не знаю, как это работает, но все бои на этом корабле у меня проходили именно по этому сценарию. То есть ты остаешься один против толпы, сражаешься из последних сил до потери пульса, просто бьешься, иногда даже выигрываешь. Но сегодня нам не повезло, но я кайфанул на славу. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Корабль классный. Что касается других кораблей, Z-32 мне нравится больше, чем Портер, а Кизуки спокойный, блин, да чем все остальные корабли. Так что если вы только начинаете играть в War Thunder, могу порекомендовать Z-32. Берите, не думайте, корабль классный. Что нас ждет дальше? Я буду качать сообразительного, вот второй левел у меня уже есть, можно, конечно, взять еще огневого, у меня накопилось золото, но я бы его, конечно, хотел потратить на танковый слот. По танчикам тоже все печально, Т-34 я еще пока не докачал, очень много работки, нифига я не успеваю. Также скоро Дикер Макс у меня уже накопится, то есть как только кто-то из этих пацанов мне появится, сразу же вам покажу. Но пока на этом все, ребятки, на этой неделе танков, как поняли, не будет. Всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро продолжим. Пока-пока.